Сегодня у Гомеле новобранцы военно-патриотичных классов средней школы номер 3 принесли урочистые обещания. По традиции святочную линейку провели у день народжения героя Советского Союза Дмитрия Пеняськова, знакомитого выпускника установы. Военно-патриотичные классы у третьей школе открыли в 1997 году. Сегодня тут по профилю навучается 80 школьников. 8 из них рыхтуются дать урочистые обещания и отримать посвящение кадета. Все летаяны перешли у новую школу и, по их словам, зробили это свядома и мэтанакіравана. Мне захотелось прийти в военно-патриотический класс, все новое попробовать. Здесь намного лучше, чем в моей прошлой школе. Здесь очень дружные ребята, дружные классы, все всегда дружелюбны друг к другу, никто никогда никому не придирается. Новобранцы поправили береты, пригладили форменные каунерыки и приступили до ритуала принятия урочистого обяцання. Юнаки и девчата заверили присутных, что будут добро учиться и станут годными громадянами своей краины. После чего им вручили имяне посвящені кадетов.